Всем большой привет, вы на канале Horror Games, с вами я, Кристина Лэй, и мы продолжаем с вами играть в игру под названием Diablo 2. И прежде чем мы начнем, я хотела бы сказать несколько слов о первой части Diablo. Ребята, я в шоке, мое первое прохождение набрало больше 650 просмотров. Это очень интересненько, такие показатели у меня на канале впервые. Всем большое спасибо, кто смотрел, всем большое спасибо, кто ставит лайки и смотрит остальные видео. Да, почему-то на следующих частях у меня лайков и просмотров меньше, ребята, смотрите тоже, она тоже просто шикарная часть. Также туплю, также мы веселимся с вами, в общем, там тоже все прекрасно. И я, конечно же, читаю все ваши комментарии. И вот мне сказали перенести в дополнение своего нынешнего персонажа. Если, ребят, мы сейчас с вами переводим его, и он нечаянно удаляется, это все будет, ребят, на вашей совести, да-да-да. Очень страшно нажимать эту кнопку, но мы это с вами сделаем сейчас, потому что... Ой. Потому что мне самой интересно, что же там нас ждет, что же нас ожидает. Я, конечно, хотела пройти по стандарту эту игру, но давайте, наверное, посмотрим. Внимание, перенеся персонажа в дополнение, вы не сможете играть им в оригинальном Diablo 2. Вы точно хотите продолжить? Мы точно хотим продолжить, ребята, блин. Короче, все на вашей совести. Что-то произошло? Сейчас что-то взорвется или нет? Я не понимаю, моя твоя не понимать... наверное, играть. Так, пока загрузка та же самая, пока все вроде как должны какие-то руны появиться, должно появиться больше слотов под инвентарь. Давайте проверим. Так, подождите, как открывается? Господи, я целый месяц не играла вообще в какие-либо игры. Это у нас не то, у нас тоже... Ну и где? Ну и что? Ну второе... Стоп. Давайте изучать. А, это просто второй мир. Мы с вами в предыдущей части завалили просто Андриэль, или как ее, Андри... Неважно. В общем, мы завалили ее буквально там за 10 секунд. Да, я... Почему у меня все обновилось? Очков, умений... А, стоп. А, я прокачала только огонь. Я немножечко подзабыла вообще всю игру. Так, ребят, зато я помню... Я просто выучила, что... Так, на R постоянно бегать, ребятки. Включается постоянная беготня, и почему-то она даже не... не садится она, потому что мы с вами в городе находимся. Я постепенно вспоминаю, что происходит у нас. Спасибо всем тем, кто комментировал то, что я не туплю и не умею бегать. Вы говорите полную правду. Буква R нажала. Все, теперь поехали. Да, и кто смотрел последнюю часть, ребят, я хотела бы сказать, опять же, много болтовни. Сегодня это начало у нас второго мира. Это у нас прекрасный Лут Галейн. Это у нас оазис, нескончаемый просто по своей красоте и по присутствующему здесь песку, который у нас будет во рту, в носу, в ушах и вообще во всех местах. Да, я хотела бы сказать, что мы с вами немножечко зафейлили конец предыдущей, получается, части. Да, конец первого мира, потому что я, когда мы с вами смотрели, получается, предусловие, там кат-сцена была, я выключила микрофон, чтобы вам не мешать своими вдохами, выдохами и прочее, и забыла его включить, и поэтому мне пришлось вставить звуковую дорожку окончания резидента. Кто смотрел, тот явно просек эту фишечку. Да, и мы с вами не повосхищались тому, что здесь происходит. Просто громадное пространство. Это просто шикарный город. Я забыла, что он настолько большой, ребят. Тут у нас с вами... О, я вспоминаю. Вот это, кстати... Ты чё на меня орёшь? Мужчина. Вход запрещен. Вход зап... Так ты... Вы спокойно говорите. Вы чего на меня это... Ну-ка, секунду. Стоп! А почему? А вот. Я вам не доверяю. Я представляла, что я сейчас себя принесу в допы, и просто у меня удалится все к чертовой матери. Пока что я изменений совершенно никаких не вижу. Возможно, стало ярче. Я не знаю, должны быть дополнительные... Дополнительные слоты! Опси, тайник, ребятки. Все, я поняла. Спасибо вам большое. Надеюсь, там еще, по-моему, какой-то пятый мир должен появиться или что-то типа того. У нас еще оружие здесь. Это я купила или что это? Огненный шар. Стрела огня, огненный шар. А это что такое?
Я хочу этот посох себе, подождите. Надо разобраться, не играла месяц, целый месяц. Ребят, вообще не планировала на самом деле доигрывать в Диабло. Да, именно так. Почему, вы спросите? Потому что я как-то не думала, что старенькая игрушечка кому-то понравится. Да, конечно, там просмотры снизились, но вы все еще комментируете мою первую часть. Возможно, кто-то из вас все-таки дойдет до сюда, и я хотела бы, чтобы вы, раз вы ждете, раз вы дошли, значит, вам это все-таки важно. Поэтому я хочу все-таки это дело все пройти, по крайней мере, какую-то часть, потому что я хотела полностью переделать канал свой. Да, ребята, я хотела сделать вебку, но, к сожалению, пока что я это делать не могу. Вот если бы вы немножечко подождали, резидент бы у нас уже был с вебкой. Но вы пишете, что вы ждете, поэтому хорошо, я сниму. У меня работа, у меня глаза выпадают, но ради вас, ребят, я сниму. Так. О, да, теперь у нас огромный инвентарь, тайник. У нас не тайник, у нас здесь база целая. Бункер. Бункер для вещей. Так, что еще? Что у нас еще изменилось? Пока ничего не вижу. Какие-то руны вы обещали, что будете. Где мои руны? Так, у нас больше Акары нету. Кто я ты? Я многое знаю о древних религиях. Пофиг. Так, продаем ненужные. Зелье у нас должна... у нас должна быть чародейка где-то здесь. Так, ну этот по-любому лучше, чем мой, но мы можем получше найти, наверное. У нас по-любому здесь есть какая-то чародейка или или чародей. Ну давайте купим, типа, ну, скорее всего, есть люди, у которых товары поинтереснее будут. Ну, мы с вами, как эти, которые приехали, это в ЦУМ в Москве, которые копили деньги миллион просто лет, купим все там. Так, да, потому что мы дикие. Шикарная кольчуга, она так шикарно выглядит, ребята, все эти формы облегают, блестят, как будто мы с вами просто на концерте у какой-нибудь Бейонсе. Да, ну у нас 47, здесь 57, но у нас магическая, поэтому ладно, фиг с ним, но когда-нибудь мы обязательно его с вами купим. А шлем-то какой? Все, ребята, новые вещи, это мое все. Так. Немножечко у нас сегодня с вами болтательно-восхитительная часть. И я уже говорила, да, меня там люди защищали, что я хотела пройти в стандартной, как сказать, комплектации данную игру. Но в целом, наверное, особо изменений тут и нету, кроме плюшечек разных для самого человека. Поэтому как бы ладно. Добрый день. Я не жду от тебя помощи. Но все же буду благодарна. В стоках под городом поселилось ужасное существо, пристрастившееся к человеческой плоти. Оно уже убило столько людей. И моего сына с мужем. Если уничтожишь его, получишь от меня награду. Но будь осторожнее. И так уже слишком многие сгинули в пасти этого монстра. Спуститься в стоки можно через люк чуть дальше по улице. Отдохнули от меня, а теперь дальше говорим. В общем, у задания у нас с вами первое появилось. Найдите логово Радаманта в стоках Лутгалейна. Самое нелюбимое мое задание, все время его пропускала. На кой черт оно вообще нам нужно? Ну, типа, прокачаться, типа, ознакомиться с миром. А, чел, ты очень похож на какого-то главного босса, злодея. Да, не люблю этот мир, Оазис самый-самый-самый-самый-самый-самый фиговый мир, по моему мнению. Потому что я не люблю песок, потому что я не люблю отсутствие воды, потому что здесь просто мерзкий босс. Это самый... О, маг, наш маг, с вами, да, маг. Просто мерзкий, самый мерзкий босс... Ой, а чё они такие одинаковые? Самый мерзкий босс во вселенной... Я его ненавижу. С подругой его было легко проходить, потому что она на себя его мансила, или как это называть, а я его просто била. Мы с ней справились просто там за минуту, наверное, так же, как я предыдущего босса сама расфигачила. Но одной очень сложно, потому что прям бегает постоянно. Ну ладно, вы увидите, наверное. Это уже будет зависеть от вас. Если вы будете смотреть, я буду снимать. Если вы не будете смотреть, я не буду снимать на самом деле с чистым сердцем, потому что у меня очень много работы. Сейчас дополнительные обязанности у меня в связи с летом. У нас...
глазах голубой. Такого раньше не было. Какой красивый. Хочу быть паладином. В общем, да, в связи с летом новые обязанности, я главный редактор сборника научного, и все эти статьи дурацкие, извините меня, ну, я не думаю, что нас там, меня смотрят те, кто издается, это все-таки научный сборник, да, не развлекательный. В общем, я прям не знаю, тут стрела огня плюс 2 к умению, извините меня. Ну, и урона двуручного оружия 1+5. Ладно, давайте, короче, у нас там еще лежит 2,8. Побегаем пока с моим. Если что, как вы видите, здесь выбор огромный. Если что, вернемся и купим им, что нам нужно. Вот, и говорю, что прям вообще глаза в попу всаживаются. И мне кажется, они оттуда не выберутся еще с играми, еще с обработкой видео. Ну, я постараюсь. Но я говорю еще раз, это будет зависеть от вас, буду я мучиться дальше или нет. Тут как бы мучение приятное. Ну все, да? Кроме посоха паладина. Там паладин, да? Кроме посоха паладина с голубеньким, кроме сундука, я пока разницы никакой не вижу. Ну хорошо. Давайте тогда пойдем с вами по первому заданию. Первое задание у нас находится с вами вот здесь. У нас уже темно. Мы не пожрамши, не попивши. Идем вниз. Так, ладно, давайте пока уберем, чтобы вы полюбовались местностью. А, вода! Я извиняюсь. Почему здесь вода есть, а там воды нет? Мужчина, вы что за нами подсматриваете? Мужчина, мы несовершеннолетнего спасадят. Так, ладно, я шучу. Мне со мной. Мне со мной в субботу, 15 июня, будет 29 лет, ребят. Поэтому я снимаю видео посреди недели после работы. Да, в день рождения я надеюсь, что мое здоровье не ухудшится. И я все-таки воплощу свое день рождения, которое зафейлилось в прошлый раз, потому что я лежала в больнице, блин. Вот. А мы с вами без напарницы. Чё-то они какие-то мощные, подождите. Они стреляют или чё? Чё они делают, я не пойму. Чё они просто машут и отгоняют мух? Я не поняла, у меня вообще жизни не изменились. Нам надо с вами напарницу. И да, ман. Я не посмотрела, ребята. Вы там ругались на меня. Посмотри. Прохождение. Посмотри. Посмотри механику. Я ничего не посмотрела. Так, подожди секундочку. Как-то надо вспомнить. На альт, по-моему. Да, на альт. Я ничего не посмотрела, потому что здесь я останусь верна себе. И я буду проходить так, как мне хочется, так как моя душа желает. Я уже и так повелась на ваши допы. Прохожу с допами, так что, я думаю, достаточные для меня риски. Святилище умений. Огненный шар. Ну, огненный шар, он теперь самый топовый, я так предполагаю. В общем, да, надеюсь, что все будет хорошо. Ваши умения улучшились. Я как-то су... В смысле? Я без своей бабищи су немножко. Вы что? Идите отсюда, пожалуйста, в пень. Тут у нас еще этажей дофига разных. Мне нужна моя наемница, я без своей наемницы не буду ничего делать. Мне надо, чтобы нам подтирали сопельки. Так Аркаин явно ничего не сделает. Этот чел что делает? Ты что делаешь? Ничего не делает. Окей. Фара? Да, блин. Для меня честь служить. Она у нас заменяет, получается, нашу амазонку. Вот как. Тот заменял нашу Акару, а кто заменяет чувака, который дает женщин? Что тебе тревожит? Нет, подождите. Дрогнан заменяет Акару. Чилик, ты дашь нам что-нибудь? Да, в смысле? А зачем нам с тобой говорить тогда? Надо найти, кто дает наемников. Я же не буду в город идти обратно, правильно? Ты, наверное.
Воскресите наемника. А зачем мне воскрешать слабого наемника, если я сейчас здесь могу купить сильного наемника? Это нелогично. Восполняй здоровье, А что на... А что все на здоровье? Ну, в смысле? А как же... Нет, давайте тогда старую воскресим, она помрет, и тогда мы новую как бы сделаем. Она у нас просто стреляет с вами ледяными стрелами, и я вот люблю, не могу прям ее вообще. Да. Забываю. Что-то я какая-то слабенькая. Так, подождите, давайте посмотрим. Это я кичилась, что я шикарный просто человек, который умеет играть в данную игру. Попала на уровень повыше. Все. Умения все закончились. Давайте попробуем с нашей женщиной. Может быть, она... А может быть, как раз-таки и в этом уровне нужны были наемники. Да, что ты в конфликт вступаешь без меня? Независимая, самостоятельная, сильная женщина. Я говорю, может быть, здесь наемники, которые компенсируют здоровье, потому что здесь монстры особо сильные какие-то, а дальше они в оазисе будут более-менее такие адекватные. Может быть. На. Да. Так, мы с вами здесь по-прежнему не материмся, ребят. И я хочу отучить себя от матов, на самом деле. Потому что какая-то фигня на самом деле происходит. Я начинаю думать, что это все потому, что я матерюсь. У меня сначала, в общем-то, за это время, пока мы с вами не встречались, сначала была корона. Я не могла вообще разговаривать. Я просто... может быть, не корона. Не знаю, я просто кашляла. Вот слово скажу, и все. И минуту кашляю. Потом сейчас что-то с имплантом зубным, какие-то тоже проблемы. Непонятно, вот если не пройдет, то опять день рождения все засрется. Если пройдет, то будет все хорошо. И, в общем, что-то у меня какие-то проблемы с горло-ротой. Поэтому, мне кажется, это все потому, что я слишком много матерюсь. Надо это отвыкать. Уже жизнь сама отучает. Хватит Кристина материться. А как тут не материться, когда на тебе весь сборник держится по работе, а? Женщина! Женщина! Вы что ли, это, продавщица в маленьких киосках, в которые никто не ходит? Вы что, не работаете? Я перегружена. Так. Нам бы на самом деле... Три гнезда! Где же ты, собака, ты сутулая? Была тогда, когда мы с вами слезно просто искали место, куда можно вставить камни. Я хочу посмотреть рандому в глаза. Я не хотела поднимать арбалетные стрелы. Я же их не подняла. Не подняла, молодец. В общем, что-то это непонятно происходит. Ну, кстати, появились и плюсики в моей жизни. У меня еще такое было ощущение, что, типа, когда мне что-то хорошее происходит... Ходи. Обязательно что-то плохое должно случиться, потому что это прям мгновенно срабатывает. Я купила себе кровать, огромную просто кровать, вот, с шикарным матрасом, радовалась. Потом себе стену отреставрировала кирпичами такими шикарными. Ну, чтобы снимать с лицом, я хочу себе фон красивым сделать. У меня тут шикарная гирлянда, все красиво должно быть для видосиков с лицом. Но вот у меня хрень какая-то с зубом происходит теперь. Не дают порадоваться. В тот же день начала какая-то хрень происходить. В тот же день начала какая-то хрень происходить. Конечно же, мы не поменяем. Угу. Вот, поэтому я очень сильно надеюсь, что скоро все выровняется. Скоро закончится вся эта вакханалия рабочая. И мы с вами наконец-то начнем играть в Resident 8. Ну, или продолжим, собственно, играть в Диабло, если вы по-прежнему будете его смотреть.
О, у нас большое зелье. Такого зелья у нас с вами еще не было. Восстанавливает целых 100 единиц. Угу. А я вот не помню, какое зелье надо экономить и копить к следующему боссу. Я точно помню, что ничего такого особенного там не требовалось, но, скорее всего, там понадобятся те же самые фиолетовые зелья, чтобы как бы быстро восстанавливаться, когда тебя за жопу кусают. В смысле, Влуд Галейн? Что? Мы же должны были к боссу прийти. Почему Влуд Галейн? Найдите логово Лорда Мэна, столько Влуд Галейн. Там, ну, а в смысле? Первый уровень, тут несколько уровней. Я не помню эту карту, потому что я говорю еще раз, я в нее не играла. Там дает только... Последний раз, по-моему, я играла, но я проходила с подружкой. Да, но я уже не помню, это было давно, лет 6, наверное, назад. Вот. И здесь то ли зачарование дается предмета, то ли характеристику поднимают, что-то такое, ну, знаете, совсем не особо значимое. Поэтому я не запомнила. Звучит угрожающе. А, вы ядовитые! Вы ядовитые! Смотрите, быстро жизни съедаются, но недолго. Так, значит, у нас там с вами место осталось. Справа, справа, снизу. Угу. 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 Интересно. Пивнем. Да подожди, не трогай меня, да я не хочу с тобой общаться, подожди. Безысходная кривая сабля. Оу, чуть не это, чуть не попалась. Да в смысле, ну как так, мы же все прошли, получается, где ты? Где-то я бегу за тобою, в прямом смысле. Блин, букву бы это, кнопочка R. А чё же вы мне раньше кнопочки R не сказали, добрые люди, спасибо вам большое. А, у нас тут внизу еще дофига, понятно. Я морщу сейчас, как сутулый кто-то. Ладно. Завтра выходной, завтра... Блин, вот опять же, хотелось бы погулять завтра, но... 35 градусов, ребят, жары. У вас, наверное... Я не смогу нести больше. У вас, наверное, примерно столько же. Ой, на... То было холодно, включала кондёр на отопление, то теперь жарко, включаю кондёр на его стандартную функцию похолодания. Ну, кстати... А, ну хотя ладно. Ты что ли внизу, вот здесь был, возле выхода прям? Ты издеваешься надо мной. Да ты издеваешься. Видимо, будет третий уровень еще или четвертый, потому что когда мы доходим до боссов, она озвучивает. Значит, здесь будет тупик. Значит, здесь будет тупик. Угу. Гремучесть, что? Я играла как-то за Амазонку. Там минус просто один раз. Поиграла я сколько-то там дней. Не понравилось. Мне это не понравилось. Девочка, конечно, красивая, но толку от нее никакого. Вот, и вот этой штукой я, по-моему, что-то делала, обмазывала, а я уже... Босс! Вы чё? Женщина, подождите! Я испугалась, подождите, надо сходить. Где мы теперь? Она сейчас ему пойдет морду бить, я вам отвечаю, без меня. Слабоумие и отвага ее просто кредо по жизни. Здравствуй. Ну это наше, ну это наше, ну плюс 3 к мане, ну минус 1 к магическому урону, ну остальные не туда, да, атакующий получает 1 урон, вы чё? До свидания.
До свидания. До свидания, мой любимый город. Да. Так. Надо тут запастись. Ага. Ага. А, интересно. Ну-ка. Сейчас мы с вами порешаем все. А там же какой-то челик, он же должен лечить. Я что-то не поняла, челик, ты почему-то не лечишь меня. Так. Ключи лишние. Ну, противоядие в целом. Пускай будет. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Кошмар. Блин, хочется посох новый на самом деле. Хочется, ну... 130 тысяч! Что? Скинемся мне по ссылочке, да, в описании видео на новый посох. Так. Мороз... Я что-то ничего не вижу. Ну, это хороший. Ну, 6.13. Я пока не разобралась. Надо, наверное, будет мне уже без вас пройтись, разобраться, чтобы как минимум не выглядеть глупой, да? Давайте так. Так, у нас с вами на... броня восполняет 8 маны. Нормас. Восполняет 12 маны. Слушайте, шикарно. Броня плюс 10 к манне. Ребят, ну вы же знаете, что я сейчас сделаю. Ну, это было бы странно, если бы я этого не сделала сейчас. Так, давайте мы с вами... ловкость тоже, конечно, хорошо. Ну, во-первых, у нас будет по-любому вот так. Да. И к силе, я не знаю, может быть, ногу Вирта вставить туда. Плюс 10 к мане. К здоровью. Давайте вот так сделаем. Смотрите, какая красота. Смотрите, какая красота. Меня пока что все устраивает. А теперь... О, да, детка, теперь мы точно с вами не простудимся. Так. Так, 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 так. Он нас излечил, но он нас не излечал. Не излечит. Ладно. Так, где-то здесь должен быть наш с вами портал. Барам-бам-бам. А где он? Я что-то потеряла портал. Подождите. Это не портал, это наша с вами это помощница. Вот. Оу. А ты что там делаешь? Дурак. Как-то странно. Ну ладно. Давайте так. Давайте попробуем убить босса, первого босса в первом задании на новом втором уже мире. Откроем здесь портал на всякий случай, чтобы, если что, было куда отходить. Потому что мне уже не нравится. А, я думала, это босс, подождите. Стоп, это ничего не босс. А чё он такой страшный? Я думала, это босс. Так, что-то меня издалека убивает. Стоп, это... А так они слабые. Подождите, тут не босс, что ли? Это тоже не босс. Я думала, это босс. Ну так неинтересно, ну блин, эй, женщина, ну пожалуйста. Почему должна умолять, я тебе плачу? Ты благодаря мне в КФС ешь, что ж такое? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там она там не вздыхает часом, что ты с кем-то там дерешься? Придумала себе друга вымышленного дерется. Когда, знаете, заходишь, типа, ты босс. Да ты не тех валишь, у нас справа враги. Ой, женщина, вы неисправимы. Ну давайте отойдем тогда уж, ну что уж. Камушек я... А нет, это кольцо. Нет, это камушек.
Так, стоп. Блин, а что я тогда потратила зря портал? Во-во-во, подождите, какая там мазь. Какая-то мазь очень сильная здесь. Не подходи ко мне, я это, экипируюсь. Подожди немножко. Во-во-во, а что они красные? Вы чё, перегрелись на солнце? 35 градусов и у вас, что ли? Ну что ж, а это зеленый. Он, видимо, переел неспелые клубнички. Смотрите, стальной глаз какой-то. Что происходит? Это босс? Нет, это не босс. А почему он такой какой-то интересный молодой человек? Хотел бы с ним познакомиться. Высокий, статный, 4 руки. Ребят, вы представляете, что он делает в жизни, в обыденной? Ой, что-то схавало. Большой оберег магический, ребят. Сейчас будем оберегаться. Это что такое? Это что? Дает бонус при хранении в инвентаре. Это вы об этом говорили? Или это что это? Я первый раз такое вижу. Ну-ка, давайте-ка проверим. Реально дает 8 жизней. Ну, блин, он больше места на самом деле занимает. Я прям даже не знаю, сомнительное какое-то удовольствие. Пофиг. Идем пока как есть. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Отойди, женщина. Давайте я буду называть ее Натальей. Наташа, мы все сломали. Наташа. Мы уже все уронили. Да что там, кто там? Эу. Ты там это сильно не борзи, я тоже умею. Да, чё, куда? Треснувший пояс, ребята. Треснувший пояс. Пожалуйста, не ищи проблемы на жопу. У нас с вами осталось одно зелье. Так, фиолетовое мы по-прежнему с вами экономим. Воняет что-то, мухи как-то. Руна, ребята, это та самая руна, о которой вы говорили, правильно? Подождите, я видела эти руны. Вы уверены, что оно в допах только идет? Потому что я помню. Я вам отвечаю, я помню эти руны, хотя я играла без допов. Я сейчас в крайней степени смятения. Может быть, конечно, они мне приснились? Странно. Но я помню, может быть, я просто где-то их видела раньше. Странно очень. Хорошо, 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 хорошо. Значит, руны. Значит, они выглядят вот так. Ладно. Ух, мать. Выпал черепок. Черепок где-то выпал. Я тебя слышу, черепок. Это... А, что это? Газ? Вот это вот газа я точно не видела, ребят. Можете даже ничего мне не говорить. Я... Вот здесь я скажу, что я этого не видела никогда в жизни. А. Я слишком много болтаю сегодня. Я просто забыла, что такие зелья вообще есть. Я, скорее всего, видела, но нет, я не такой вот я не помню, правда. Помню желтый, вот зелененький не помню. Кольчужный доспех. Начало начал. Надел на плечи. И спину накачал. О, 72, да вы... Парам-пам-пам. Я плачу. Я плачу. Я плачу и плачу. Ладно. Пойдем. Так, как есть. Оу. 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 Май. Вот. Так был. Ладно, пойдемте, давайте. Пойдем, 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 пойдем. Добрый день. Дороговать. Ну, я продам. Скорее всего, такие вещи где-то у нас присутствуют.
Я точно играла за ассасинку, потому что я помню, что у меня были просто шикарные щиты. А может быть, я играла чародейкой и просто ставила щиты, бегая без посоха? Я же девчонка интересная, я могла и так сделать. Вопросики. Вопросики интересные. Давайте сейчас мы с вами... Если бы здесь была стрела огня, я бы купила, даже не раздумывая. Я бы потратила все свои деньги, если бы была стрела огня и... Хотя бы два отделения, но... Пока что нам с вами в этом плане не везет. А, нет, подождите, сейчас, секунду. Вот это продадим. Угу. Ага. Вот так. Все остальное уберем в чумодан. А как понять общее? Это типа... Кто-то ко мне присоединится в игру или что? Доступно для всех локальных персонажей. Понятно, я... Понятно, все, окей. Прям. Покупатими-ка я. Чё я только что спела? Откуда это? Ну, как минимум, значит, мы где-то на правильном пути. Ау. Так. Оу, что-то я все это как-то это про... Да не бей ты сторону, блин, ну ты чё? Почему на... Потрясающая женщина. Так. Так, там подозрительно светится. Блин, босс, да ёк-макарёк. Понятно. Да стоп, а куда нам идти тогда? Excuse me. Что-то тут забыл. Я не понимаю... А, нет, это не босс. Рано орать. Я уже ору, как будто это босс. Это тоже не босс. Знаете, боссы? Третий. Да, блин, подожди, что ж ты делаешь? Значит, на четвертом уровне, офигеть, это ж сколько нам до него идти. Это мы всю первую часть второго мира будем просто ходить по канализациям? Ну, я бы сказала, серия с запашком у нас тут. Они что-то, по-моему, как... Они, по-моему, как-то не особо хотят вообще в целом воевать. Они типа, ну мы зомби. Нас уже жизнь наказала. И так. От пути и забудь. Ты дурой не будь. Ладно, идем прямо. У меня сегодня как-то не работает. О, матерь, конь, это что за собрание в МФЦ в 9 утра? Голова зомби? Чё? Что такое голова зомби? Что такое голова зомби? О, какая красота, ребята! Я падкая женщина. Голова зомби. Только донька. Первый раз вижу. Ребята, я как этот... Я как ребенок, который просто привели в детский мир. О, голова зомби. О, новое зелье. Ну а если А, если не Б? Было бы, можно было бы тянуть Б, было бы Б. Блин, прикольно. Прикольно, ладно, чё я говорила. На эту игру хорошая игра? Да нет, она отличнейшая просто. Просто странно, что в 21 веке... А ну хотя, чё я говорю? Её же выпустили вообще в переработке, значит она всё-таки кому-то интересна. Вот, но я просто...
Да. В общем, ладно. Так, что-то у нас тут поджирает наше самочувствие немножечко. По факту, она стреляет, получается, льдом, а я стреляю огнем. Ребят, мы должны их просто разносить за один удар, потому что это в целом сочетание такое. Если вот котлетку подвергнуть такому сочетанию, она же будет невкусная, она будет раскисшая вся. И вот такая, знаете, какая-то котлета дают из бумаги в школе. Вот любая котлета после двойной, тройной заморозки становится именно такой котлетой. О, у нас уровень! У-ху! Мы канализационные детки! У нас с вами день рождения в канализации. Так. Так. Да ты успокойся. Ладно, давайте сходим. Какое-то странное место, я понять на самом деле не могу. Мы с вами находимся, портал вообще нелогично находится. Вы бы еще в корабле через город нас высадили, вот было бы интересно. А кто нас должен воскрешать? В той, получается, первом мире, да, в лагере разбойниц, там была девушка, которую звали Акара, она была ведьмой. Когда мы к ней подходили, она нас автоматически полностью излечивала, как и нашего с вами наемника. Я не понимаю, почему, кто вообще, как и где. Ну-ка, нету. В общем, я не понимаю, кто нас излечивает. Надо побегать, что ли, по городу, чтобы понять, что, как и где и когда. Статистическое поле. Огненный шар. Нет, не подходит. Огненная стена. Но у нас тут... А, это не то. Так. Огненный шар. Стрела огня. Не то. В общем, не подходит ничего из этого пока. У нас тут 16, тут 17. Ну, как бы такое. Ctrl плюс L, левая кнопка мыши. А это сколько стоит? 606 всего лишь. Угу. Понял, принял. Мы с вами фиолетовое зелье не убрали в тайник. А, новые характеристики. Давайте прокачаем. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Так. Живучесть. Мало, что-то я не качаю живучесть. Вот. Только что был звук, как будто выпал где-то череп. У меня просто мания на черепа, на самом деле. Ну, потому что это самое офигенное в этой игре. Ну, блин, это, во-первых, выглядит круто. Мощно, да? Это череп. У вас доспехи или шлем, или посох с черепом, ребят. Это уже плюс 100 к силе некромантии, блин. Да, лишь бы не умереть, жалко 8000 почти. Блин, а мы сейчас умрем, да? Вот я когда говорю, лишь бы что-то нет, это что-то происходит. Давайте лучше положим. Стоп, чё? Эй, отдай деньги мои. Это общее. Я хочу в личный положить. Я ни с кем своим богатством не делюсь. Так, третий мир. Хорошо. Чё такое пилум? Я пилум... Да, я не пилум, я про это... А, это как, короче, для амазонки, окей. Пу-пу-ру-пу-пу! Где, где, где босс? Босс? Колечко, кольцо. Давно это было, давно. Да, мне, ребята, 29 через 4 дня. Кто бы мог отрицать по моим песням? Да. Оу. Не скажешь, что мне 18. Так. Сопротивление к огню. К скорости применения умений. Ну, ребят. Мне кажется, тут все ясно. И без слов. Да, что такое? Ты бегаешь. Молодец. А кнопку R надо каждый раз нажимать? Или оно запомнится автоматически?
Ну, ёк-макарёк, давай. Ага, у нас здесь снизу еще просто непаханное село. Так. Где босс? Мне нужен босс. Мы с вами... Чё? А. Со всех сторон атакуют ироды окаянные. Где босс? Я за жопу сейчас вас кусать буду, если вы мне босса не дадите, блин. Одно дело от огня умереть, а другое дело от моих зубов умереть. Мало того, что я в жопе свой имплант оставлю, что очень неприятно, разумеется. Так, возможно, вы заразитесь человеком. Опять никого нету, да? Что ж такое? Я забываю пить манну, ай-яй-яй, выпила нечаянно две. Да чё я мимо? Чё такое? Эу! Босс-то где? А вот эти допы, ребят, расскажите, пожалуйста, еще. Я вообще ничего не читала, на самом деле. Я решила рискнуть. Да, эти допы, они как-то меняют карты, как-то что-то меняют какие-нибудь задания или вообще что. Вроде как мне сказали, что пятый получается... Мир какой-то появится. По-моему, Диабло и так пятый мир был. Этот Оазис. Потом, дай мне бог памяти, получается, лагерь разбойниц, Оазис. Потом, ну не топи эти, как тропики какие-то там. Потом, получается, у нас идет божественный уровень и уровень Диабло. Вроде бы да. Поэтому пока я не пойму, еще бонусы от руны есть. Что еще мне это дает, пока что я не пойму. Так, ну давайте пойдем. Я что-то в это вообще мне не везет. Я вам говорила, ну и вы видели, собственно, в предыдущих частях, как я... мгновенно просто нахожу всех боссов. У меня чуйка, вот это, картографический кретинизм есть, в резиденте у меня. А здесь у меня наоборот, у меня не картографический кретинизм, у меня божественное просто умение находить выход из всех ситуаций. А здесь ситуация такая, что тупик. Что, блин? Это последний уровень, ты не можешь быть тупиком! Он что, затарился в каком-то другом, что ли, уровне? Во втором? Как в этом? В казармах военных этих дурацких. Что за бредни? Ребят, мы с вами не пройдем это сегодня, кажется. Да надо пройти, я же не могу сдаться в первой же части. Я же молодец. По факту-то иногда бываю молодцом. Да блин, давайте не надо вот ля-ля. О, магический. Такой себе. О, босс, 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 босс. Блин, босс. Не то чтобы я испугалась. Просто надо подготовиться. Убейте рад... В самом конце, когда я уже все прошла, ты мне говоришь, что там босс. Кто меня лечить будет, я не пойму. Добрый день. Ты теперь лечишь, офигеть. Прикольно. Блин, 30 денег в защите. Ну как бы. Как бы. Пук, 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 пук. И пук. Пук и пук. Да. Мы как бы особо не церемонимся, как вы можете заметить. Так. Так, ну нам не надо ничего покупать здесь.
Или нам надо было давно уже что-то купить здесь? Я вообще не обшарила вообще ничего здесь. Сделаем с вами в начале следующей серии новое обмундирование приобретем. Так, ты работай, пожалуйста. Тебя воскресили не просто так. Я, знаете, я не привыкла быть танком. Я... О, сундук светится, смотрите. Я в одной из игры... Короче, где-то... Ой, где-то я была танком. Royal Quest, по-моему, игра, она браузерная. Я была танком, потому что я лечила всех вокруг. И шикарная, кстати, игра, я тоже там была чародейкой. Вот, но я была там такой шикарной чародейкой. Ребят, что... А, ты создаешь новых! Ты маленькая жопка, непослушная. Ходи, женщина, нас будут уничтожать, судя по всему, вот эти искорки. Что за безмозглое чудовище? Вот это ты грубая. Вот это ты, конечно, грубишь, малыш. Хородрический мозг. Господи, что там хородрическое? У нас раньше было хородрическое что-то. Он, по-моему, прокачивает любой предмет. Это не то. Что, зачем? Зачем? Подождите. Книга умений? Так, что? Такого раньше не было. Такого я не помню, честно. Нет, подождите, сабля. Это мы выкинули, да? Но она не может быть какой-то крутой, видимо. А, вот это шикарно. Моргенштерн. Восемьдесят, ребятки, 80! Как жить-то теперь? Нету свитка распознавания. Покажите свиток декану Каину в Луггалене и вернитесь к Атме за наградой. Вопрос. На кой черт? Я поняла, без вопросов, все. Он просто прятался. Он думал, что все будут думать. Там какие-то слухи ходили, что какой-то монстр, он очень страшный. И он на этих слухах держался, он все ниже и ниже забирался в канализацию, чтобы его никогда не нашли. И никогда люди не поняли, что он просто... Ну, какашечка, ну вот такая вот, он, вот такой он поганенький, этот человека-монстр. Неужели утерянный... Хородримский свиток. Какая невероятная удача! Как последний живущий на этом свете Хородрим, я один могу понять его смысл. Что ж, взглянем на руны. Заключив Баала в теле Талраши, Хородримы запечатали магией его гробницу и отгородили ее от мира смертных. Они же создали мощные посохи и наделили их особой силой, способной открывать потайную дверь гробницы. Когда некий бесчестный маг едва не украл один из посохов, они для сохранности разделили каждый из них на две части. Деревянная древка и металлическое навершие, и спрятали в разных местах. Хородримы предвидели, что настанут ужасные времена, и устроили тайники так, чтобы они открывались достойным героям, вроде тебя. Собери обе части хородримского посоха и соедини их в единое целое с помощью хородримского куба. Тогда ты сможешь войти в гробницу Талраши. Так, нам с вами дали новое задание. Весьма интересно слушать. Секундочку, найдите куб. Ага. А здесь к Атме. Это у нас новое задание дали. Окей, хорошее задание. Говорят, сладость мести. Ну, это мы не будем слушать. Это у нас тут и так все понятно. Мы просто завершили задание. И почему-то ничего за него не получили. Так, а это что нам сделать? ПКМ? А, ой. А это почему нельзя?
А, я любое новое умение, получается, могу прокачать или что? Очков умений. Ну, давайте прокачаем что-то другое. Просто может быть босс, у которого есть полная сопротивляемость огню, поэтому надо что-то другое прокачать. Я пока не знаю, что... Я вот, если честно, вот магия, вот эта магия, это просто самое отвратительное, что есть на свете, кроме вот этой грозы. Но она тоже такая себе посредственная. Цепная молния, возможно, тоже неплоха, но до нее видеть, как идти еще. Давайте в магию льда немножечко ворвемся с ноги. Давайте вот так. Пока оставим, пока трогать не будем. Просто пускай будет, раз нам дали халявную с вами, получается, умение халявное. Так, у нас все что-то пропало, все ничего нету. Сейчас слушай и учись. Блин, он так сказал, слушай! Как будто он сейчас нам самую крутую просто какую-нибудь сплетню задвинет, и я просто очумею от нее. Но, к сожалению, ничего такого не последовало. Ребят, посмотрите, пожалуйста. Посмотрите, пожалуйста, и просто мне на будущее. Я сейчас продам, но просто на будущее. Скажите мне, пожалуйста, да. Защита насколько важна? Вы бы поставили вот такую защиту вместо вот такой защиты? Просто скажите мне, я буду иметь в виду... Ох, какая красота! Ну что ж такое-то, а? А зеленый камень, блин! Ребята... Шикарность! О, коричневый камень! Да что вы делаете со мной? Не буду больше сюда заходить. О, стрела огня. Стрела огня. Плюс 2 к умению. А здесь у нас плюс 1 к умению, но у нас 3 дырки здесь. Давайте, короче, купим. А тот посох, который у нас сейчас есть на базе, мы его с вами продадим. Да, мы его с вами продадим, потому что он как бы уже не нужен особо. И посмотрим, что мы можем сделать сейчас. В целом мы и так с вами сильные, поэтому если у нас сейчас будет бьюдить камушки хорошие, то можно вставить... Оружие отбрасывает врагов. Это при ударе лично, опять же, понимаете? Огня у нас с вами мало, огня мало. Давайте мы, короче, этот посох оставим, если не найдем плюс один... нет. Если не найдем плюс 2 к умению, то когда у нас появятся с вами еще камушки красные, мы заменим. Пока будем ходить так. Да, ребят, ну, в целом, я так предполагаю, что... Да, у нас немножечко тут... беднотой попахивает. В общем, в целом, я думаю, на сегодня можно закончить. Вот такая у нас с вами первая часть второго мира. Дальше мы с вами пойдем уже в оазис. Там будут просто шикарные монстры. Я не помню, там, по-моему, какие-то жуки, по-моему, навозные какие-то. Господи, даже не помню, кто там. Там такие монстры просто великолепные и красивые, но я уже их не помню, правда. Но мне нравится. Еще там будут йети, которые будут коричневыми, такие лохматые, такие бля-бля-бля. В общем, ребят, всем большое спасибо, кто досмотрел меня до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии. Я все читаю, все внемлю и буду прислушиваться к вашим советам. В общем, всем еще раз большое спасибо и всем пока-пока. Увидимся скоро, буквально через несколько дней, в новой серии.